Сегодня поговорим об уникальной программе, которая способна добывать до 10 тысяч уникальных посетителей на ваши сайты, ссылки и так далее. Программа называется Traffic Spirit. Если вы еще не используете ее для автоматизации автосерфинга и накрутки различных ссылок, после того, как вы скачиваете, вот здесь вот у вас будет архив, и там будет папочка с программой. После запуска программа прописывается в автозагрузку, и таким образом вам не нужно будет ее постоянно запускать. Все, что здесь необходимо сделать, это добавить ваши сайты. Здесь вы видите трафик, который способна выдать ваша программа. Дело в том, что на очень каких-то древних или слабых компьютерах вы не получите до 10 тысяч уникальных посетителей. Я тестировал ее на своем ПК, на рабочих ноутбуках и даже компьютер 2012 года, точнее ноутбук, где всего 4 гига оперативной памяти, какой-то AMD-шный двухъядерный процессор, это очень бюджетный был ноутбук, там программка выдает 7000 посетителей. Итак, здесь также вы видите, какое количество сайтов вы можете добавить. Здесь есть ограничение, конечно же, это 10 сайтов. И причем нет такой возможности на каждый сайт добавить там трафика по 10 тысяч. То есть вся эта сумма, 10 тысяч уникальных посетителей, она будет просто разделена по вашим сайтам. Но в настройках, если мы нажмем Add сайт, добавить сайт, вы сможете указать конкретно каждому сайту, сколько посетителей в сутки вы хотите накручивать. Все, что здесь нужно сделать, добавить сюда сайт. Здесь идет именно разброс от 10 до 30, например, секунд. Тогда среднее количество посетителей будет 20 секунд. Это все происходит рандомным образом, и программа старается рандомно оставлять на ваших ссылках посетителей. Вы даже сами не будете знать, сколько конкретно у вас в настройках это будет цифра стоять. В среднем это 20 секунд, вот, но минимум 10, максимум 30. Дальше идут у нас различные опции. На самом деле все, что здесь указано, и вот здесь справа, да, под менюшком, это все не требуется на первых порах, и в дальнейшем, если что-то мы будем добавлять, где-то в этой программке даже, я буду в видеороликах об этом говорить. После того, как вы все добавили, нажимаете ОК, и у вас появляется здесь сайт.